улыбчивого всем настроения. Сегодня я заканчиваю свои пчелиные истории и свяжу сегодня последнюю пчелку для всей этой компании. Я думаю, что я достаточно связала много разнообразных пчелок и вдохновила вас этой весной на этих милых созданий. Итак, сегодня у меня вот такая маленькая пчелка. Здесь у меня только скрин картинки. Спасибо моей подписчице Ларисе, которая поделилась со мной этим описанием. К сожалению, я автора не знаю. Кто узнал, чья это пчелка, напишите мне, чтобы я смогла отметить автора у себя под видео. Итак, описание на английском, но здесь и без знания языка абсолютно все понятно. Пчелка простая, состоит всего лишь из трех деталек: голова, тельце и крылышки. Игрушечка совершенно несложная, поэтому я думаю, что в вязании никаких проблем не возникнет. И я уже сказала, что это будет завершающая пчелка в этом, в этой пчелиной истории, поэтому я решила, что мы свяжем эту пчелку вместе прямо сейчас. У кого есть свободные ниточки, присоединяйтесь ко мне уже через секундочку. Для вязания я буду использовать пряжу Yarnart Jeans. Желтый цвет у меня 35, коричневый цвет номер 70, и для крылышек я буду использовать цвет 03. Крючочек двоечка. Итак, первую детальку, которую мы с вами свяжем, будет голова. Начинаем, как обычно, с двух воздушных петелек. 1, 2. В первую петельку делаем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Дальше в каждый столбик по прибавке, чтобы получилось 12 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Отмечаю начало нового ряда. И следующий ряд 1 столбик плюс прибавка. Итак, столбик и прибавка. Дальше столбик и прибавка. И так провязываем по кругу до конца ряда. 1 столбик плюс прибавка. В этом ряду у вас должно получиться 18 столбиков. Провязываем. Отмечаю начало нового ряда. И следующий ряд 2 столбика плюс прибавка. 1, 2 и прибавка. Дальше 1, 2 и прибавка. И так провязываем по кругу до конца ряда 2 столбика плюс прибавка. В этом ряду у вас должно получиться 24 столбика. Дальше провязываем такие же ряды с прибавками. Следующий ряд 3 столбика плюс прибавка,
следующий ряд 4 столбика плюс прибавка, следующий ряд 5 столбиков плюс прибавка и следующий ряд 6 столбиков плюс прибавка. Провязываем. Итак, я уже связала все ряды с прибавками, дошла до ряда, где 6 столбиков плюс прибавка. В этом ряду у вас должно получиться 48 столбиков. Итак, отмечаю новый ряд и дальше провязываем без изменения столбик в каждую петельку по кругу 6 рядов. Провязываем столбик в каждую петельку по кругу без изменения, провязываем 6 рядов. Провязываем. Я уже провязала 6 рядов без изменений. Напоминаю, что по кругу здесь у нас 48 петелек. И начинаем вязать ряды с убавками. Следующий ряд 6 столбиков плюс убавка. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и убавка. И так продолжаем вязать до конца ряда. 6 столбиков плюс убавка. В этом ряду должно получиться 42 столбика. Провязываем. Отмечаю новый ряд и следующий ряд 5 столбиков плюс убавка. 1, 2, 3, 4, 5 и убавка. И так провязываем по кругу до конца ряда 5 столбиков плюс убавка. В этом ряду у вас должно получиться 36 столбиков. Провязываем. Отмечаю новый ряд и следующий ряд 4 столбика плюс убавка. 1, 2, 3, 4 и убавка. И так провязываем до конца ряда 4 столбика плюс убавка. В этом ряду должно получиться 30 столбиков. Провязываем. Отмечаю начало нового ряда и провязываем последний ряд. 3 столбика плюс убавка. 1, 2, 3 и убавка. И так провязываем по кругу до конца ряда. 3 столбика плюс убавка. 2, 3. В этом ряду должно получиться 24 столбика. Провязываем. Я уже довязала до конца ряда. Дальше я добавляю 1 столбик и 1 соединительный столбик. Отрезаю ниточку, закрепляю хвостик. Ленточка мне больше не нужна. И теперь можем наполнить детальку наполнителем. Я уже наполнила детальку. У меня получается вот что. Ну, пока все неплохо, все предсказуемо. Итак, вяжем дальше. Дальше будем вязать тельце. Начинаем с коричневой пряжи. Начинаем, как обычно, с двух воздушных петелек. 1, 2. В первую петельку делаем 3 столбика. 1, 2,
3. Дальше провязываем в каждую столбик по прибавке, и у нас получится 6 столбиков. Напоминаю, что я, так же как и вы, впервые вяжу эту игрушечку и не знаю, что у меня получится. Итак, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, теперь нам это нужно все вывернуть и придать ему форму. Вот так. Вот так. Дальше провязываем один ряд без изменений, то есть 6 столбиков по кругу. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Получается вот такая деталька. Дальше провязываем в каждый столбик по прибавке, чтобы получилось 12 столбиков. Провязываем. Один. Два. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10 и 11, 12. Отмечаю начало нового ряда. Здесь я ставлю маркер, потому что деталька уже достаточно большая, и вяжем дальше. Следующий ряд провязываем в каждый столбик по прибавке, чтобы получилось 24 столбика. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Получается вот такая деталька. Отмечаю начало нового ряда. Следующий ряд 3 столбика плюс прибавка. 1, 2, 3 и прибавка. Дальше 1, 2,
3 и прибавка. Итак, провязываем по кругу до конца ряда 3 столбика плюс прибавка. Провязываем. В этом ряду получается 30 столбиков. Дальше отмечаем новый ряд и следующий ряд 4 столбика плюс прибавка. Итак, 1, 2, 3, 4 и прибавка. Итак, вяжем до конца ряда 4 столбика плюс прибавка. В этом ряду получается 36 столбиков. Итак, отмечаю начало нового ряда, и следующий ряд мы провязываем без изменения. Столбик в каждую петельку по кругу до конца ряда. Провязываем. Я уже провязала до конца ряда, отмечаю новый ряд, и дальше у нас смена цвета на желтый. Коричневую нить я не отрезаю. Подсоединяю желтенький цвет и дальше провязываем без изменения желтым цветом еще 4 ряда. Провязываем. Столбик в каждую петельку по кругу. Провязываем без изменения еще 4 ряда желтым цветом. Провязываем. Я уже провязала 4 желтых ряда. Дальше отмечаю новый ряд. И дальше смена цвета на коричневый. Меняем цвет. И провязываем еще 3 ряда коричневым цветом без изменения. Столбик в каждую петельку по кругу до конца ряда. Желтая ниточка нам больше не нужна. Вот так. И все. Дальше провязываю еще 3 ряда без изменения. Я уже провязала 3 ряда. Дальше отмечаем новый ряд и следующий ряд 4 столбика плюс убавка. 1, 2, 3, 4. И убавка. И так провязываем до конца ряда 4 столбика плюс убавка. В этом ряду должно получиться 30 столбиков. Провязываем. Отмечаю начало нового ряда и дальше провязываем последний ряд. Это 3 столбика плюс убавка. 1, 2, 3 и убавка. Итак, провязываем по кругу до конца ряда 3 столбика плюс убавка. В этом ряду должно получиться 24 столбика. Провязываем. Итак, я провязала до конца ряда. Примерила голову и все же решила еще добавить один ряд без изменений. Итак, я провяжу еще один ряд, столбик в каждую петельку, без изменений по кругу до конца ряда. Я уже провязала до конца ряда.
Дальше провязываю один соединительный столбик, оставляю большую нить для пришива. Закрепляю хвостик. Убираю ленточку. И теперь можно наполнить детальку наполнителем. Наполняем, распределяем, чтобы деталька имела красивую форму. Теперь с помощью большой иглы и оставленной нити я пришиваю голову к телу. Итак, у меня уже голова пришита к телу. Получается такая маленькая деталька-заготовочка. Она действительно небольшая. И осталось связать только крылышки и усики. Итак, крылышко выглядит вот так. И второе мы сейчас свяжем вместе. Начинаем, как обычно, с двух воздушных петелек. 1, 2. В первую петельку делаем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дальше в каждый столбик по прибавке, чтобы получилось 12 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Отмечаю начало нового ряда. И следующий ряд 1 столбик плюс прибавка. Итак, столбик и прибавка. Дальше столбик и прибавка. Итак, провязываем по кругу до конца ряда 1 столбик плюс прибавка. В этом ряду у вас должно получиться 18 столбиков. Провязываем. Отмечаю начало нового ряда. Следующий ряд 2 столбика плюс прибавка. 1, 2 и прибавка. Дальше 1, 2 и прибавка. Итак, провязываем по кругу до конца ряда. 2 столбика плюс прибавка. В этом ряду должно получиться 24 столбика. Провязываем. Отмечаю новый ряд. И дальше провязываем без изменения 2 ряда. Столбик в каждую петельку по кругу без изменения провязываем 2 ряда. Провязываем. Я уже провязала 2 ряда, отмечаю новый ряд и следующий ряд 2 столбика плюс убавка. 1, 2 и убавка. Дальше 1, 2 и убавка. Итак, провязываем по кругу до конца ряда 2 столбика плюс убавка. В этом ряду должно получиться 18 столбиков. Провязываем. Отмечаю начало нового ряда и дальше провязываем еще 2 ряда без изменений. Итак, столбик в каждую петельку по кругу провязываем 2 ряда. Провязываем. Я уже провязала 2 ряда, отмечаю начало нового ряда и следующий ряд 1 столбик плюс убавка. Итак, столбик и убавка.
дальше столбик и убавка. И так провязываем по кругу до конца ряда. Один столбик плюс убавка. Провязываем. Отмечаю новый ряд и вяжем последний ряд без изменения. Столбик в каждую петельку по кругу до конца ряда. Напоминаю, что в этом ряду должно получиться 12 столбиков. Провязываем. Я уже довязала до конца ряда. Ленточка мне больше не нужна. Дальше сплющиваем детальку и провязываем столбиками насквозь, как будто сшиваем детальку. Вот так. Один, два, три. Может получиться 4 или 5 столбиков. Все, оставляю нить для пришива. Вот так. И закрепляю хвостик. Все, второе крылышко готово. Теперь можем пришить и крылышки. Итак, я уже пришила крылышки пчелки. Выглядит это вот так. Получается такая миленькая малышка. Теперь давайте свяжем усики. Насчет усиков у автора ничего не сказано, поэтому я предлагаю связать вот такие маленькие антенки. Итак, начинаем как обычно. Потеряла крючок. Начинаем, как обычно, с двух воздушных петелек. 1, 2. В первую петельку делаем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. И дальше вяжем по кругу без изменения столбик в каждую петельку 5 рядов. Провязываем столбик в каждую петельку по кругу без изменения 5 рядов. Деталька маленькая, вязать не очень удобно. Но если не спешить, вязать аккуратно, то все получится. Продолжаем. Поворачиваем и провязываем. Вот так. По кругу. Аккуратненько. Можете вязать по счету столбики, если вам удобно. Эта деталька небольшая, поэтому можно вязать любой длины, которая вам понравится. Чуть длиннее, чуть короче. Это уже не важно. На ваш вкус. Вот так аккуратненько вяжем дальше.
я уже провязала 5 рядов, делаю 1 соединительный столбик, оставляю нить для пришива, закрепляю и все, усики готовы. Вот так они выглядят. И теперь мы можем приступать к оформлению пчелки. Так, разметим, где будут усики. Где будут глазки, оформление на ваш вкус и фантазию. Можете оформить точно так же, как у автора. Кстати, у автора есть еще щечки. Это 2 воздушные петельки, и в первую петельку провязываете 8 столбиков. Не знаю, буду ли я их использовать. Я сейчас оформлю мордашку. И в конце уже посмотрю, нужны мне будут щечки или нет. Итак, вот что у меня получилось. Получилась вот такая маленькая миленькая пчелка. Я пришила ей уже усики, использовала бусинки для глаз и вышила по 2 маленьких реснички. Это все мое оформление. Я примерила щечки, мне они показались лишними, поэтому моя пчелка будет без щечек. Вот так пчелка выглядит сзади. Получилась очень-очень маленькая, миленькая и очень простая игрушка. Мне очень приятно, что вы вязали вместе со мной, что и у вас теперь будет такая же маленькая пчелка. И этим видео я заканчиваю свою пчелиную историю с пчелками. Уже буду наметила себе другие игрушечки. Так что в следующем видео вы увидите не пчелку. Спасибо, мои дорогие, что заглянули и сегодня ко мне в гости и провели это время со мной.